капитан ремонта водопровода, водовода, поселки Бор. Работа уже выполнена? Работы, Николай Николаевич, выполнены в части прокладки водопровода и подключения его. Еще не завершены. Планируется в субботу сделать окончательные врезки. Но самый главный бич во всей этой истории – это благоустройство, которое хромает у нас на всех объектах. Ну, я это объясняю тем, что деньги мы осваиваем под конец года. Вот. Многие вещи при обратной засыпке, они просто проваливаются. Необходимо за ними с нашей стороны, конечно, ужесточить контроль. Ну и уверяю вас, что работа будет, оплата будет произведена только в том случае, когда будет наведено полностью благоустройство. А когда это будет? Я думаю, что до морозов это необходимо. Претензионная работа у нас с подрядной организацией ведется. Значит, сроки мы обозначили. 15 ноября. Ну, посмотрим, как же выполнить. 5800 это контракт? Сумма контракта? Ну, я, коллеги, просто хотел бы заострить внимание на это дело, потому что действительно вопиющая ситуация, вопиющая. Когда была возможность, и часть коллектора уже была уложена, трубопровода, водовода уложена, можно было спокойно заниматься, погода позволяла, можно было заниматься благоустройством этой части. Никто этим не занимался. Когда мы дожили до ноября месяца, когда сейчас идут осадки, снег, мороз сейчас начнется, мы начнем заниматься благоустройством. И каким образом? Программу благоустройства они нам предоставили. Что они планируют сделать? Они убрать грунт собираются или что? Разровнять его? Убрать грунт. Ну. Это первое. Значит, все те кусты, ветки, которые были поломаны по протяжении тротуара от поселка, строителей до поселка Бора, не должны это убрать. Должны перевести в порядок оголовки колодцев. Вот. Ну и, соответственно, все те открытые поломанные элементы, как связи, колодцев, да, все это должно быть восстановлено. Но понятно, что бетонные там и асфальтобетонные работы, я думаю, что они уже не сделают. Вот. В рамках гарантийных обязательств это перенесется на весну. Соответственно, мы в рамках гарантийного обязательства часть суммы не оплатим, правильно? Коллеги, вот у нас всегда так. Понимаете, у нас всегда так. Я не знаю, вы тогда находите какой-то механизм. Мы же из года в год это делаем. Из года в год у нас одни и те же ошибки. У нас механизм единственный. Это претензионные работы и суды.